часам у Ставрополі завершився третій міжнародний фестиваль «Студентська весна» країн БРІКС і Шанхайської організації супрацовництва. Удзел у ім приймала велика білоруська делегація, у составі якої було 6 чоловік з Гомельської області. Фестиваль запомнився насиченою програмою. У її рамках проходили зустрічі, конференції, конкурси по 7 напрямках – адукація, лідерство, медіа, спорт, пригожість, музика і мистецтво. Білоруси удзельничали во всіх пропонованих секціях, презентували свої проекти і демонстрували таленты. Каждый день у нас были какие-то занятия, мероприятия, буквально с 9 утра до 10 вечера. Утром, днем это были образовательные секции, мастер-классы. Например, я участвовала на форуме журналистов, у нас было очень много экспертов. А вечером была большая развлекательная программа. Проводились вечеры национальных культур, организовывались интерактивные пляцовки, спортивные споборництвы, экскурсии по Ставропольским краям. Самое главное – это то, что мы увидели опыт других стран в этих основных направлениях – в образовании, в средствах массовой информации, вообще в молодежной политике, как она реализуется в других странах. Ведь здесь было более 20 стран и 20 тысяч молодых людей. Это самый драгоценный опыт, который мы постараемся увести отсюда и перенять его, и реализовать уже у нас в Гомельской области. Новые напрацовки, веды, контакты, корыстный багаж. Гомельчане так само означают высокий уровень приема делегации российским боком. Особливая подяка волонтерам фестивалю, яких было больше за 1000.